close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Итак, друзья, всем привет, рад вас видеть на канале. В этом видеоролике мы начинаем строить добротный, хороший домик для ПМЖ-хи размером 6х11 своими руками. За моей спиной уже закручен свайно-винтовой фундамент, тут больше 25 свай 108-х, заранее сделано крыльцо, заранее сделаны сваи под лестницу. Также мы сразу установили максимально все коммуникации, то есть у нас есть колодец. Вчера мы сделали подвод воды, заложили трубу, сделали траншею, будет заходить вода в дом. Также у нас установлен септик, тверь, это автономная канализация. Обвязка пола у нас будет в 3 доски, все будет максимально жестко скручено. Рекомендую делать всегда обвязку именно из доски, потому что брус крутит, вертит, он трескается, а доска работает намного жестче. Также, друзья, хочу вас пригласить в интересный проект. Те, кому понравится проект этого дома, и те, кто купит этот проект дома, автоматически попадает в закрытый чат, в закрытый канал, в котором будет рассказана вся себестоимость этого дома, показаны все материалы, где и как их купить. Будут даны разные промокоды, скидки, акции, где достать какой-либо крепеж, инструмент, разные плюшки. Ну и, конечно, в этом чате мы разыграем огромное количество призов, начиная с каркасного Неллера пистолета, куча шуруповертов, болгарок, различные расходки. Короче, бонусов, ништяков, плюшек. Я думаю, всем очень зайдет. Поэтому все подробные условия есть в описании под роликом. Переходите, ознакомьтесь, залетайте к нам в закрытый канал. Нас там уже больше 40 человек. Много полезной информации. И раскрываю все карты, как вообще построить такой дом своими руками изнутри всей этой движухи. Потому что мы все показываем поверхностно. Ну и, конечно, не забывайте подписываться в мой телеграм-канал, друзья. Именно там выходит все, прям вести с полей, здесь и сейчас. Ну а вам я желаю еще приятного просмотра. Давайте потихоньку начинать строить домик. Посмотрим, что у нас получится. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Like a phoenix, you burst in a fire burn.
Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, что у нас происходит, какой этап. То есть собрали мы обвязку из пакета досок. Обвязка идет в три доски. Доска сухая, строганная, 145-я. Тут у нас 2 метра террасы, поэтому тут у нас 4 доски. 3 доски идет в дом на контур, то есть дом 6х9. И одна доска — это прижимная лобовая, куда будут опираться лаги пола, террасы. Так, сейчас у нас выровнены диагонали, то есть полностью ровный прямоугольник по углам, но по периметру у нас еще играет доска. То есть сейчас будем крепить саморезы, натягивать нитку и выравнивать весь периметр. Также подкладываем гидроизоляцию сразу, чтобы она была на своем месте. Влад, вот тут потом докрути доску. Бывает. По крепежу. Сначала у нас вся обвязка прокручена на саморезы 6х90. То есть саморезы 6х90 в основном мы используем для стяжки, чтобы просто притянуть доску. Я вам сейчас попробую показать, если найду, весь порядок работы. Потому что мало ли кто будет делать своими руками, это вам пригодится. То есть саморезы у нас вот такие, 6х90. Они имеют свободный ход. То есть благодаря им мы стягиваем плотно доску, максимально жестко, чтобы не было никаких щелей. То есть это раз. Вот сейчас как раз натягивается нитка. А крутим все это винтовертами. Винтоверты у нас ходовые, простые, Greenworks. 3 регулировки скорости, больше 200 ньютон. Я вот как бы перешел пока на такие винтоверты. У меня их там 5 штук, 3 в работе сейчас. Есть подсветка, больше ничего и не надо. То есть вот он лежит еще один. То есть все нормально. Дальше, после того, как мы выровняем весь периметр, будем тянуть. Кто-то использует глухари. У нас вот такие конструкционники. Это 8х100 тарелка. Берем это все в Trusty Tools. Это удобно. То есть в одном месте можно все закупить, весь крепеж. Потом все это будем пробивать гвоздями. Вот они, винтовые гвозди. Вот так они выглядят. 34 угол под пистолет. То есть все максимально как бы аккуратно, красиво. Гвоздь 90-й. Тоже Trusty Tools. То есть заходите в магаз, выбирайте, что вам надо. Очень удобно. То есть можно весь крепеж буквально. Вон там лежат и кровельные, и обычные саморезы. То есть все можно зарядить именно там. Поэтому сейчас допиливаем все заготовочки. Выравниваем полностью периметр. Подкладываем гидроизоляцию. Сажаем все на тарелку. По 3, по 4, по 2, по 3, по 4 штуки в каждый оголовок. И можно будет начинать уже пробивать все наглухо гвоздями и заниматься черновым полом. Так что работаем. Transform.
Так, друзья, давайте немножко вам расскажу, какие тут решения сделаны. Во-первых, ну, классно, когда у тебя периметр в ширину 6 метров, то есть ты можешь гнать лаги пола просто нон-стопом. И это довольно быстро собирается. Какие тут изменения внесли? Во-первых, шаг тут 390. То есть между лагами 390, это максимально жесткий пол будет в дальнейшем, потому что далее будет сделана полусухая стяжка. То есть когда уже будет полностью дом стоять. У нас есть задний вынос эрки, это 600 миллиметров, такая будет просто арка. Ну, по планировке еще рано что говорить. У нас тут будет два витражных окна, по сути, вот в этой стороне две спальни. То есть слева-справа две одинаковых спальни. Проставочки набиты, прокручены по ширине 6 метров, потому что сюда будет вставаться стенка, чтобы ей было куда опираться. Ну и, конечно, предварительно мы это все утеплим. Сделаем платформу, и потом уже будут устанавливаться стенки. Вот так это все выглядит. Такой танцпол, что сейчас докручивается передняя сторона проставок. И сейчас еще соберем терраску. Потом это все до конца окончательно пробьем. Также прокрутим еще обрешетку снизу, чтобы нам прижать ее к лагам пола. Потому что пока что еще она не прокручена. Где-то мы залезем под низ, а где-то мы, наверное, отсюда крутанем саморез, приподнимем ее и на косую гвоздиком забьем, чтобы доски у нас тоже стояли на своем месте. Так что вот так работаем. Да у тебя тут место, ё-моё, блядь, жить можно. У меня гидромассаж, знаешь, спины вот такой. Качай бицуху, конечно. Качай бицуху, а главное... Ну, солнца нет, у нас тут тридцатка, а у тебя тут тенёк. Смотри, как хорошо. Массаж спины, блядь. Все правильно, надо всегда быть ближе к земле. Чем туда ниже, тем интереснее. Так, я тут заново писать. Так, друзья, сегодня у нас новый день. Приехал, во-первых, материал. То есть на этом объекте у нас около 35 кубов утеплителя. То есть это полы 200, перекрытия 200, стены 150. А на этом объекте у нас утеплитель Teplognow. Довольно добротный утеплитель. Я вообще вот
строить в кайф, когда хорошие материалы применяются. Да, сухая строганная доска, хорошие мембраны, качественный утеплитель, потому что ты им не чихаешь, не чешешься, он хорошо стоит в проеме, максимально экологичен, то есть потом не надо 2 недели отмываться от него, чтобы там не чесаться и так далее. В принципе, на перекрытие и на нижние и верхние у нас соточка пойдет в перехлёст, да. Также взяли еще полтинник на стенки. Также у нас по фасаду будет не перехлёстное утепление на этом объекте, а взяли панели такие МДВП. То есть панелька заменяет ветрозащиту, дополнительная шумоизоляция немножко усиливает каркас, плюс дополнительная теплоизоляция. Будем ее бить прямо по каркасу, как дойдем, все покажу. Также завезли все мембраны, сегодня приехали. Сейчас уже начали утепление перекрытия. Один человек носится с пылесосом, есть небольшие лужицы, был ночью дождик. Один строитель носится с пылесосом, высасывает всю воду, а уже половина прошли, начинаем уже упаковываться утеплителем, чтобы после утепления сразу на полиуретановую клей-пену зафигачить строительную плиту Quickdeck. Тут у нас шип PAS 22 мм. Немножко объема не хватало, в наличии больше не было. Взяли такую ламинированную, буквально там 8 листов, ну, чтобы хватило на весь объем. Хоть у нас и планируется полусухая стяжка, если вдруг вы хотите получить сразу чистовой пол на первые там 2-5 лет, можно взять ламинацию и сразу как готовое решение пола, уже ламинированный красивый пол. Чуть-чуть дороже стоит, но у нас полусухая, поэтому взяли профессионал, а это уже добрали, что не хватало по квадратам. Поэтому утепляем. У нас шаг лак здесь 390, поэтому утеплитель режем 400, остается 21, то есть 21 еще чуть поджимаем. То есть у нас первый слой идет соликовый монолитный, второй слой будет состоять из двух кусочков. Потом это все строительной плитой накроется, далее еще будет полусухая стяжка и полы будут мега теплые. Поэтому не тратим время и работаем. We'll be right back.
Этот дом мы строим в теплый контур, а значит фасад будет полностью сделан под ключ. На фасаде можно использовать разные виды материалов, например, фасадная плитка, отделка под кирпич. Или взять сайдинг, он бывает как пластиковый, так и металлический. Но у нас будет две стороны и скаты крыши сделаны в гибкую черепицу, а две другие стороны торцы будет деревяшка. Сначала мы хотели взять имитацию бруса, но попрыгав по ценам, поняли, что можно чуть-чуть добавить, и в итоге взяли планкен. И я всегда рекомендую всем сначала перед монтажом обработать деревяшку. В данном случае мы сначала все торцы покроем маслом, далее смонтируем на фасад весь планкен, а потом еще раз пройдем всю лицевую часть. Если вы хотите спрятать фактуру дерева, то можно пройтись вторым слоем. Ну а чтобы знать все от А до Я, как работать с маслами или красками, то регистрируйтесь в программу ProClub. Это профессиональный клуб маляров от Тикурила. Изучайте и заряжайтесь полезной информацией. Как говорится, мастер учится всегда. Ну и все полезные ссылки оставлю в описании под видео. А мы продолжаем работать.
Так, друзья, всем привет. Я ушел немножко подальше, потому что там все крутится, пилится. Да мы еще по пути поймали трактор, который роет нам траншею для электричества. В этом видеоролике мы с вами вместе начинаем собирать стены. Домик 6 на 11. Стены будут высотой примерно около 3 метров. Уходим от проекта в качество, чтобы было максимально комфортно, повыше потолки. Плюс у нас в этом доме планируется перекрытие. По проекту его нет, здесь оно будет. Хочется сделать холодный чердак, чтобы в жару было комфортно внутри дома. Напоминаю, все полезные ссылки, друзья, есть в описании. Напоминаю, кто покупает проект этого домика, залетает в закрытый чат, в котором все рассказываю, даже для примера, сколько надо заплатить трактористу, который ехал мимо, который нам сейчас копает траншею под ввод электричества. Я заранее завез ПНД трубу, она находится за мной, уже ее раскатали. Сейчас траншею дороет, кинем трубу, он же закопает, рассчитаемся и будем строить дальше. Так что, друзья, вам желаю приятного просмотра. Продолжаем стройку, третья серия, стены. Погнали! Felt is paid for, all is said and done.
66,3. Да. У меня прямая без скоса. Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, покажу, как у нас идет процесс кровли. Сейчас я встану на край. Во-первых, стропильная нога стартовая, она запиливается у нас в лицо ровно, то есть стык в стык. А следующие стропильные ноги мы пускаем внахлёст. Но этот узел, я считаю, жестче, покрепче, больше площади соприкосновения. Так как у нас это будет холодный чердак, то есть мы можем это так делать. Соответственно, первая запилилась в лицо, далее у нас в центре идет бабышка 54,5, и вон та крайняя 54,5. Дальше левая нога встает, и у нас образуется здесь пространство 600, ну 590, соответственно, там бабышка 590. И в таком, скажем, темпе мы идем, по центру у нас только 54, потом накладывается левая, там уже будет доска у нас уже 590, та сторона тоже. То есть стартовая 54,5, а потом уже 590 выравнивается. Потому что у нас вот эта правая доска добирает эти 4,5 сантиметра. Не знаю, поняли нет, но смысл в том, то, что дальше просто мы идем вот в шахматке, закатываем. То есть левая сторона и правая 590, а центр 54,5. И вот так внахлёстик идем, крутим. Сейчас пока все скручено на саморезы, то есть чисто для утяжки, жесткости. Потом это все наглухо забьется гвоздями. Тут на крышу обычно уходит пачки 2-2,5 гвоздей. Потому что пробивается и каждая сторона, каждая бабышка, на косую 3 гвоздя, в лицо 4, на косую еще по гвоздю, чтобы все было максимально жестко. Тут у нас будет выносная доска, для этого сделали вот такие выпилы. Сюда встанет кобылка, сюда она упрется, прикрутится, сюда в торец, и тут будет подвесная консоль. Консоль небольшая, выступ у нас 600 мм. То есть заготовлены досочки, чтобы она не съезжала. Тут продлится конь проставочкой и сформируется свес, фронтон из 200-й доски также. Ну и, соответственно, там у нас террасы. Сейчас у нас кончились стропильные ноги. Сейчас ребята нарежут. И там доделаем вынос на террасу. Все то же самое, аналогично. Далее уже у нас есть нижняя обвязка стены. Мы сделали. Потом сюда прикрутим верхнюю обвязку стены и сформируем стойки. Чердак холодный, неэксплуатируемый, отличное решение, отбивает всю жару. Хоть у нас будет тут гибкая черепица, но все равно можно сделать перехлестное в дальнейшем. Так 200, а можно 300 сделать. Да и вообще, если честно, можно сделать и хламовник. Поставить какой-нибудь люк, холодный чердак, хранить какие-нибудь зима, лето, осень шмотки. Но это так уже. А так, в принципе, балочка в 3 доски, 200-я доска, на колоннах в 3 доски 150-я. Опирается все строго на столбы, которые у нас сделаны. Там межкомнатная стенка, там двойной ригель, и там тоже столб. Прокручены пока на саморезы раскосы, упоры, чтобы все стояло, вот такие три ноги, чтобы все было на своем месте, все четко. Так что вот так работаем, крутим потихоньку. Сегодня добьем стропильную систему. В принципе, получается все даже очень ровно. Мини-барн вырисовывается. Пропорции вообще, я считаю, прям вот идеальные. То есть понятно, что можно было сделать там второй цвет, будет потолок выше, но это все херня, как мне кажется, потому что, во-первых, больше топить надо будет этот карман. Во-вторых, с холодным чердаком мы отсекаем летом, а лето у нас там 32-34 валит. Всю жару, то есть холодный чердак будет как буфер работать. Плюс мы из-за перекрытия можем дополнительно утеплиться. И вот такой домик, то есть длина 6 на 11, 2 метра терраса, 6 на 9 теплый контур. Блин, ну выглядит вообще бомбически в каркасе. Понятно, что еще леса немножко мешают, укосинки временные. Но когда вот зашьется, фасадик встанет, прям вообще пушка.
Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас 6-й день стройки. Мы подготовили полностью готовый скелет, каркас. То есть скелет полностью пробит гвоздями. Все на своих местах, есть фронтонные стены, везде доборные доски вверху, все пробито наглухо. Также разобрали передние и задние леса, сделали боковые леса полноценные в 3 доски, чтобы можно было работать с фасадом как слева, так и справа. Напоминаю, тем, кому интересна стройка, может подписаться на телеграм-канал, там все выкладывается в первую очередь. И сегодня мы будем работать с фасадом, потому что надо закрывать домик, чтобы меньше заливало пол. Начнем с фасада. Работать мы будем вот с такой интересной плитой. Сейчас вам покажу. По всему фасаду у нас будет МДВП. Это вот такая плита, толщина 25 миллиметров. В первую очередь работает как ветрозащита от ветра и влаги. Да, она немножко скрепляет каркас, буквально там процентов 10, потому что сама плита, она такая более мягкая. Также отличный плюс этой плиты в том, то, что она дает дополнительное утепление дома. То есть мы перекрываем все мостики холода, уходим от сквозняков. У нас полностью каркас будет, стены запакован в эту плиту. Ну и, конечно, также дает отличную шумоизоляцию. Это важно, это комфорт. Так что начинаем потихоньку работать, посмотрим, что у нас получится. Trust, yeah. No, I don't wanna waste.
Так, друзья, могу вам показать небольшой отчет. У нас подготовлен один скат. Тут у нас в первую очередь по стропилам идет полиуретановая ветрозащитная мембрана. Это Knauf. Сейчас покажу вам экстра. Добротная мембранка, черная, во-первых, потому что она подходит... Ну, многие делают планкен с зазором. Черный цвет прям в тему подходит. Не показывает рисунок внутренней стены. Соответственно, мембранка тут качественная. Всем рекомендую попробовать. Будете строить дом, потому что она эластична. Она устойчива к ультрафиолету. Это тоже важно. То есть можно на некоторый период времени оставлять мембранку под солнышком, пока у вас готовится крыша, заказывается крыша. То есть работать очень отлично с ней, потому что она воздуха непроницаема, вода непроницаемая, хорошо относится к перепадам температур, то есть она эластична, немножко растягивается даже. Поэтому смело рекомендую, если будете себе строить домик, смело пробуйте, тестируйте. Так, далее у нас идет вензазор, брусочек 45 на 45, сухой, строганный, все пробито на 90 ершовые гвозди. Далее у нас идет обрешеточка из доски 25 на 100, сухая, не строганная. Все колотим на 90 гвозди. Вот один скат подготовили, кроме конька. Конек будем со вторым скатом выравнивать. Все продули. Обязательно уважаем свой труд, уважаем заказчика, чтобы была чистота, порядок, тем более он смотрит за стройкой. Обычная воздуховодовочка Greenworks, 24 вольта аккумулятор, выручает вообще на ура. Всем рекомендую, всегда уважайте свой труд. Ну и, соответственно, сейчас переходим на второй скат. Будем готовить второй скат и потом выставлять коньковый прогон. Ну, конек, обрешетку, чтобы все было ровненько и красиво.
давайте пробежимся по дому. У нас готов черновой фасад, то есть пирог стены у нас идет следующий по... идет каркас, 145-я доска. Дальше у нас идет МДВП, тут доборная доска для толщины, а так идет МДВПшка, ветрозащитная плита. Далее идет вент-зазор, обрешетка под ОСБ, ОСБ 12 мм. ОСБ швы мы заранее прокрасили, чтобы они не впитывали влагу. Также на фасаде 20 сантиметров цоколя обработано в гидроизоляцию битумную мастику. Это для того, чтобы тоже защитить от влаги. По всему фасаду у нас идет МДВП, то есть это дополнительная теплоизоляция. Вот так выглядит, вот тут видно в каркасе. Дополнительная, в первую очередь, теплоизоляция перекрывает все стыки, мостики холода. Вот она у нас, она. То есть дополнительная шумоизоляция, то есть классный материал, всем рекомендую. Соответственно, подготовка у нас началась с одной стены, там еще ребята бьют на крыше ОСБ 12 мм. Обязательно оставляйте зазоры, обязательно делайте шахматный порядок. Рекомендую также прокрашивать швы, вон там она черненькая лежит, это обычная акриловая черная краска. То есть домик стоял 4 дня в ОСБшке, лили дожди, у нас сегодня первый солнечный день. Как видите, ни один шов не вздулся, вообще все шикарно. Также промазали цоколь, 20 сантиметров, битумная мастика, потому что у нас дом в стиле барна будет в кровле драконий зуб. Сейчас покажу вам, как это выглядит. И так как у нас нету перехлеста первого гонта, вот такая у нас кровля, то есть у нас будет первый стык, и соответственно вот тут у нас 20 сантиметров будет пробел под ОСБ, поэтому для этого промазали все битумной мастикой. Кровля блатная, цвет халва, кому понравится, запоминайте артикул, то есть ничего сложного нет. 3D-шная кровля, довольно толстая, 5,6 мм толщина гонта, двухслойная, то есть вообще пушка. По торцам у нас выполнена подготовка. Если с задней стороны мы уже готовы шить москитную сетку и планкен, а тут у нас будет москитная сетка, тут еще у нас есть недоделки, то есть пока укрыли пленочкой, начали бить вент-зазор, то есть как ту сторону, у нас просто леса кончились, доски вообще нету, то есть настолько все рассчитано, что налево-направо, то есть как мы сделаем полностью коробку, снимем отсюда леса, соберем тут туру. Соответственно, по внутрянке начался промазываться планкенчик, обрабатываем торцы маслом, потом перевернем другие торцы тоже маслом, цвет тик, потом будем монтировать и уже лицо обработаем маслом, чтобы не перерасходовать масло. Вот так изнутри выглядит МДВП. Как видите, нету вообще мостиков холода, все наглухо, все стыки. Перекрытие у нас 200, утеплено уже сразу, когда мы делали только крышу, были солнечные дни. Сразу сделали пароизоляцию, проклеили все качественной лентой. Пароизоляция у нас тут Knauf Nord на этом объекте. Добротная толстая пароизоляция, ленточка тоже Knauf, все работает на адгезию бешено. Увеличили санузел. Если обратите внимание, вот она стойка, но она спрячется, но мы его увеличили на полметра. Все, пушка вообще шикарно. Полы, утепление 200, сетка ветра, квикдек на полиуретановую пену, клей-пену, плюс D4 водостойкий клей. То есть все вообще надежно. Поставили колхозную временную дверку, вообще пушка, всем рекомендую всегда ставить самую тупую, дешевую, не знаю, корявую дверку, сделали наличник из ОСБ, все, огонь вообще, можно таскать, заносить, бить ее, царапать, неважно. То есть окошки уже в заказе, скоро приедут, будут установлены. Терраска у нас идет последним номером, все в последнюю очередь, будет также зашивка планкеном. Обязательно сначала сделаем москитную сетку и планкенчик, потому что планкенчик выдаст зазор, и чтобы в этот зазор осы не лазили, там будет москитная сетка. Сейчас готовим старт стенки. У нас есть торцевая планка, которая пойдет вплоть до конька. То есть планка, сколько она там, я уже забыл, 2 метра, по-моему. То есть, в принципе, мы можем как раз на свою высоту сейчас 1,5 метра зашивать все черепичкой. Поэтому вот такой процесс работы. Трудимся, вертимся. Вам желаю приятного просмотра. Рассказал максимум, что вдруг не досказал, пишите комменты. Там у нас докручивается ОСБшка. Ну и мы начинаем бить черепичку. Поэтому работаем.
Так, друзья, у нас много работы идет за кадром. В основном можно посмотреть это в телеграм-канале, потому что остаточные какие-то работы делали наездами. Чисто наездами, как поступали средства от заказчика и какие-то дополнительные работы, скажем, нам вкидывали. Давайте по порядку. Мы имеем вот такой барнхаус размером 6х11. Стенки боковые и крыша у нас гибкая черепица «Драконий зуб». Это халва от компании Дёки. Она такая 3D-шная, выглядит как бы достойно. Но это, в принципе, видели. Дальше торцы. Торцы у нас сделаны в планкене. Это планкен, это сосна. Под вензазором во всем этом кармане пробита москитная сетка. Вон там около оконного проема можно ее увидеть, если присмотреться. То есть у нас вся москитка пробита. Это для того, чтобы вот в эти щели могут заползать осы и вить гнезда. Там есть москитка. Дальше у нас тут использована террасная доска. Это тоже сосна. Мы ее заранее, что планкен, что террасную доску, мы сначала покрасили все торцы, потом ее смонтировали и потом еще по наружке еще раз прошли, покрасили. То же самое террасную доску. Также были прокрашены торцы, потом она смонтирована, уложена и покрашена. По лестнице пока никаких задач нет. То есть у нас по теплому контуру осталась эта окантовка окон. Я уже смонтировал отливчики и сейчас привез наличники на окантовку окон. Их надо будет запилить под размер, также покрасить и потом только смонтировать. Дальше пошли. Тут нам задачку подрезали, нарезали, чтобы сделать крыльцо. То есть вон там отбили саморезом высоту. Тут будет крылечко в стиле барна. Начали потихоньку размечать, но погода портится, тоже делаем наездами. То есть поставим каркас, сделаем крышу, осталась гибкая черепица, будет такой мини-барн, в барн врезаться. С задней стороны все аналогично. По вензазору идет москитка, тут станет откос. Вон там видно, москитка идет по всему фасаду. Также планкенчик сначала красили торцы, ждали пока подсохнет, потом смонтировали и покрасили снаружи. Также установлены отливчики на клей-пену под угол, чтобы работали как капельничек, чтобы вся водичка уходила от дома. И потом встанут тоже наличники, то есть у нас чисто остались наличники. Пирог стены у нас вот такой, то есть каркас, 145-я доска, потом МДВП от Knauf, ветрозащитная плита. Это как перехлестное утепление, это шумка, немножко связывает каркас, потом брусок вензазора на 140-й саморез. Далее обрешеточка, сухая нестроганная доска, далее москитная сетка, далее планкен. Планкен на саморезы, в лицо, желтый саморез, в основном по две штуки, с зазором 4-5 мм. И там, соответственно, сеточка, чтобы осы как бы не вили гнезда. Это что касается внешки. Установлены все окна, окна, двери в цвет с ламинацией графит. Тут тоже поставили отливчик, чтобы отбивать воду. И пошли вовнутрь. По просьбам заказчика завел пока, ну, подключил одну фазу, то есть свет есть, розеточку сделал, мало ли какие работы делать, то есть все есть нормально. Можно переключиться на 3, но пока нету задачи собрать счетчик. Соответственно, весь дом, полы 200, перекрытие 200, стены 150 плюс МДВП, утеплены Knauf Nordom утеплителем, хороший утеплитель с бешеной лямбдой, то есть один из самых теплых утеплителей. Далее мы все это дело закатали в пароизоляцию. Тут используется добротная пароизоляция Knauf Nord, то есть не пропускает пар вовнутрь стены. Также мы это все проклеили скотчем абсолютно везде, наглухо весь контур закупорили. То есть, а на межкомнатные стены уже сделали просто ветрозащиту, чтобы утеплитель не пылил. Ванная также полностью в пароизоляции, все проклеено. Везде сделана обрешеточка, по внешним стенам брусочек, потому что, как сказали, планируется разводка электрики внутренняя, то есть будет все пускаться, все подрозетники в этом бруске будут. И отделка планируется, пока не знаю чем, либо гипсокартоном, либо имитацией бруса, поэтому сделали вензазор вертикально. То есть если будет имитация, то все будет, имитация будет горизонтально. Тут у нас две спальни, по идее встает вот тут кровать, раз тут телевизор встанет, в этой спальне все зеркально, кровать, телевизор,
Санузел мы увеличили на полметра. То есть мы выпилили стенку, вынесли ее на полметра в кухонную зону для того, чтобы поставить полноценную душевую, ну не кабину, а поддон. Будет душевой поддон. Ну то есть формироваться душевая. Таким образом мы выиграли место. У нас остается для технического шкафа угол, куда можно повесить бойлер, весь там насос и так далее. В стену межкомнатную можно поставить гребенку. Как бы предварительно обсуждалось, что будет теплый водяной пол. Поэтому все окошки подняты на 15 сантиметров, чтобы когда засыпется полусухая стяжка, окошки были практически в пол. То же самое и дверь. То есть стяжка должна засыпаться вплоть до подставочного профиля. И вот в таком ключе мы почти сдали домик. То есть за нами еще откосы, за нами еще крылечко. И мы свою работу сделали. То есть пока что он, скорее всего, заморозится в зиму. И весной, может раньше, я не знаю, как скажут. То есть следующий этап — это коммуникации. Надо завести всю электрику, развести. Это сделать все закладные под воду, подвести воду, развести. Но тут все на одной линии, это удобно. И уже можно будет зашивать в чистовую отделку. А, заниматься полом, соответственно. Если будет полусухая стяжка, водяной теплый пол, соответственно, надо заниматься полом. Сейчас завез вот такие наличнички. Это будут оконные планки. То есть доска сухая строганная 26 на 140, будет покрываться цвет графита. Еще осталась террасная доска, это на крыльцо. Ну и в таком ключе будем все доделывать. Поэтому, друзья, если вам интересно, обязательно заходите в телеграм-канал, потому что там я уже снимаю вот этими кадрами, какие моменты мы доделываем, как доделываем. Ну а этот домик, в принципе, на 99,9% закончена вся наша работа. Мы уже ее сдали, уже все хорошо, то есть осталось только вот доделать вот эти маленькие моменты, то есть откосы и крылечко. Думаю, как будет нормальная погода, просто заедем там за день, за два и это все сделаем, чтобы все было на 5 с плюсом. Поэтому спасибо за просмотр, друзья, вам желаю хорошего настроения, подписывайтесь на канал, все полезные ссылки есть в описании. Обязательно следите в телеграм-канале, потому что там я рассказываю прям вести с полей, потому что не всегда удается что-то подснять на камеру. Еще раз спасибо, увидимся!